Временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев встретился с директором предприятия «Сеспель» Владимиром Бакшаевым. На рабочей встрече зашел разговор о перспективах предприятия. Сейчас «Сеспель» производит полуприцепы, цистерны для перевозки комбикормов, зерна, извести и цемента. Здесь же работает цех по ремонту специальных котлов для транспортировки химической продукции. Всего на заводе выпускают более 150 моделей из нержавеющей стали и сплава алюминия. Владимир Бакшаев отметил, что с начала этого года завод получил прибыль в размере 17 миллионов рублей.